proceed to the conference room. Это международная программа, называется Омега. Вот по которой они сейчас работают, это называется как международная программа. Сейчас они Омега, да, Омега. Какая разница, куда он стоит? Of Bremen. First, some words about the vessel, about the Meteor. The Meteor was built 1986 in Germany. Да, это начальник экспедиции доктора Герхарда Бормана. Я Игорь Поликарпов из Института биологии Южных морей и профессор Вольфгар Шпиц из института из Бременского университета. И несколько слов о судне «Метеор». Судно было построено в 1986 году в Германии, и в настоящее время оно используется для исследований океана на всей планете. В настоящий момент это его первое плавание в украинских водах Черного моря, в украинской экономической зоне Черного моря и первый заход в Севастополь. We have 33 crew members on board and normally only 4 weeks here to make the studies. Значит, судно обычно имеет, как правило, имеет 30 cables up to a length of 11 kilometers, enough to sample Судно оснащено несколькими кранами и лебедками с длиной тросов до 11 километров для исследования Мирового океана и, в частности, дна Мирового океана на любой глубине. Special sounding systems are installed for chart presentation, of bathymetry and acoustic sediment investigation. Специальная акустическая система, которой оснащен корабль, дает данные батиметрии и может использоваться для и используется для картирования морского дна и осадков составляющих морского дна. Meteor left Rostock at the Baltic Sea in September, worked there near the Canary Islands in the Atlantic Ocean, visited Malaga, Valletta and two times Istanbul. And after this leg we will proceed to the Mediterranean, the Red Sea and later in the Atlantic in autumn for 3 months in the Pacific Ocean. Значит, судно покинуло Росток на Балтийском море, немецкий порт Росток, в сентябре. После этого было на Канарских и Азорских островах. 2 раза посещало Стамбул. Я могу пропускать некоторые. На Мальте, на Малаге. Сейчас Черное море, затем Восточное Средиземноморье и Красное море, потом снова выходит в Атлантику, в Атлантический океан. And all technical data you can find in the prospect with the Meteor. Все технические данные корабля и рейса вы можете найти вот в проспектах корабля и рейса. Зеленый и синий. Okay. Thank you very much. Он рад представить профессора Михаила Иванова из Московского государственного университета, геолога. This is just to show you to which areas the Meteor cruise M52 will go. The first cruise starting from Istanbul, ending in Istanbul, to the stop in Sevastopol, will be working in these parts. The second cruise will go to this area southeast in the Mediterranean, and the third area is the Red Sea. Значит, это карта всего 52-го рейса, разбитого на 3 этапа. Первый этап – это Стамбул-Севастополь-Стамбул. Вот показаны 2 района, вот эти 2 района, в которых проводятся работы. Затем судно пойдет в порт Лимассол, в порт Хайфа в Израиле и в Александрию в Египте для изучения Лимассола Кипре, для изучения геологии Восточного Средиземноморья. И затем третий этап
они пойдут в Красное море, в залив Акаба для палеонтологических и тоже геологических исследований. You will find all this information and these cruises in this black brochure. Вы сможете найти всю информацию вот в этих зеленых. So what is our risk of methane and water? And it's only stable under high pressure and low temperature. And if we have it on board on the seafloor, it decomposes. It decomposes such fast that enough methane came out, and you can. На борту, ну подожгли, естественно. Газгидраты это метан или любой другой газ, в данном случае метан, находящийся в кристаллической решетке воды, он сохраняется стабильным только при больших давлениях и низких температурах, как то, что бывает на морском дне. Если поднять его на борт, то достаточно быстро он разрушается, потому что вода тает и метан уходит в атмосферу. Just in a small volume of gas hydrate or methane hydrate. Ну, собственно, вот здесь 154 в среднем кубических метра метана. Не только 0,8 метра воды. So we know since at least 20 years that the first time where gas hydrates have been found is the Black Sea. So the Black Sea was the first gas hydrate have been sampled. In 1971. I hope I'm right. Yeah. Здесь показана диаграмма различных запасов органических субстанций в геосфере и биосфере. И для сравнения, общие запасы известных газгидратов морских и сухопутных составляют 10 тысяч гигатон. Но поскольку эта цифра более-менее абстрактное, то вот для сравнения здесь приведены даже меньше, чем запасы газгидратов. This is not our target. We don't research for energy research. That's not our target. But this huge amount of carbon influences the carbon cycle and also the climate, because methane is a greenhouse gas. Все время существует четыре таких основных круга задач, связанных с газовыми гидратами. Первый, который привлекает часто внимание, это как газгидраты как энергетический ресурс. Это не является целью настоящей экспедиции. Целью настоящей экспедиции является роль газовых гидратов в глобальном цикле углерода в биосфере и геосфере Земли. Влияние на климат газовых гидратов, поскольку метан – это один из важнейших газов, участвующих в создании так называемого парникового эффекта. И последний круг задач – это влияние на стабильность донных осадков, поскольку при дестабилизации газовых гидратов могут происходить обрушения и сдвиги пластов. So in the Black Sea, I just want to show you two examples. In the Black Sea, our colleagues, surface of the water, this is a seabed, and we see a lot of plumes in the water column due to the methane that bubbles from the seabed. And all these dots, these are 5,000 found by people during research. And our colleagues at the Kovalevsky Institute, they can show us this on the map like that. Это карта исследований выходов газа из воды, из донных отложений в толще воды и далее в атмосферу, которые известны, стали известны в результате экспедиции, в том числе Института дела Южных морей Севастопольского. На настоящей карте приведены, многие сливаются, около 5000 выходов газа известных для Черного моря и их карты, то есть это в районе Грузии, в районе Аджарии, из Керченского пролива и на шельфе в западной части моря. А здесь вы можете видеть эхограмму газовых гидратов, здесь вот дно, и вот это вот струи метана, выделяющиеся на идущей поверхности. So in
the deeper part of the Black Sea that migrates, and on the seafloor gas hydrates have been sampled on several of these places. Это карта рельефа морского дна, на которой видны вот, в виде возвышенности грязевые вулканы, находящиеся на дне моря, каждый из которых имеет вот, на данной карте имеет свое имя. Грязевые вулканы в том числе обеспечивают поток газа, растворенного в жидкости, поверхности осадка. Далее, поэтому здесь, в районе каждой поверхности, Okay, das, was Sie gesagt haben, ist ja im Wesentlichen das, was die substantive Arbeit betrifft, und das ist natürlich besonders interessant. Ich meine, alle werden sofort auf das Thema, denke ich, kommen, aber das, was Sie wirklich tun, ist doch ganz wesentlich. Vielleicht sollte man das nochmal sagen. Вот здесь разложены брошюрки, то есть информацию вы можете получить из документального материала, который здесь представлен. Разрешите, я повторю. Сердечно приветствуем Дан Нильс Якоби, белая сорочка. Потом Игорь Поликарпов, представитель Института биологии Южных морей имени Ковалевского. Господин Фолькер Шпис, профессор Шпис из города Бремен, университета Бремена. Господин Михаил Иванов, профессор из Московского университета. И я сам, доктор Герхард Форман, представитель и сотрудник университета города Киля, Германия. И руководитель этой экспедиции. Okay, and I think, glauben Sie, dass wir gar nicht Englisch sprechen? Здесь вот первая картинка, которую вы видите перед собой, это два улыбающихся человека, которые держат газовые гидраты, которые горят у них в руках. Газовые гидраты состоят из воды и газа. Газы могут быть разные, в том числе и углеводородные газы. В данном случае самое большое количество газовых гидратов, известные в мире, состоят из метана, почти чистого метана. Этот метан заключен в молекулярной ловушке воды. Вот это вот молекула газа. И это молекулы воды. Они образуют решетку. И выглядит это как обычный лед. Но этот лед может гореть. Поэтому метаны называют горящий лед. Очень интересно соотношение воды и газа вот в самом кристалле газового гидрата. Один кубометр газового гидрата содержит в себе... И я вам покажу потом диаграмму, которую доктор Борман показывал здесь. Он может быть интересен с точки зрения различных климатических вариаций, колебаний, потому что газовые гидраты при определенных условиях могут разлагаться. Если изменятся условия, например, давление, упадет уровень моря по каким-то причинам, то газовые гидраты начнут диссоциировать и будет выделяться огромное количество газа в атмосферу. И этот газ, он является парниковым газом, так же как CO2, и, соответственно, может привести к глобальному потеплению, скажем, глобальному изменению климата. Это одна из интереснейших тем, которой занимается вот, фундаментальная наука, и в том числе эта экспедиция. А здесь я хочу вам, да, значит, сначала я хотел бы вам показать карту, на которой показано, где известно скопление газовых гидратов в настоящее время в мире. Вы видите, что они в основном сосредоточены вдоль континентальных окраин различных континентов. В Америке, вот в Африке известны, они известны, в Азии, вокруг практически всех континентов. Это в основном здесь точки газовых гидратов, которые были подняты практически с поверхности моря. Но также есть буровые
глубоководное бурение, программа глубоководного бурения, которая также вскрыла много пластов газовых гидратов. Здесь доктор Борман обращал внимание на то, что впервые газовые гидраты были обнаружены и подняты на борт, природные газовые гидраты, как раз в Черном море. Поэтому это очень интересно вернуться сюда и продолжить изучение вот газовых гидратов. Вы видите, что они могут быть также и есть, существуют на озере Байкал, в Каспийском море. То есть везде, где есть достаточное количество газа, углеводородов, и где есть соответствующие условия температуры и давления, при которых они могут существовать. И доктор Борман также показывал вот эту очень интересную диаграмму. Здесь на циклограмме показано, какое количество различных субстанций содержит углерод в гратах на дне океана. Есть немецкими исследователями, и это представляет, вот эти структуры представляют очень большой интерес. К сожалению, мы не знаем деталей строения этих структур. И поэтому вот мы очень рады, что пришла такая хорошо подготовленная экспедиция, которая имеет достаточно оборудования, чтобы изучить вот механизм строения самих этих структур и попытаться построить модель или механизм работы вот этих грязевых вулканов. Надеемся, что это удастся вот за оставшуюся часть экспедиции. Вот, собственно, все, что доктор Борман сказал до появления новых коллег, новых журналистов. Если есть вопросы, я думаю, что willkommen. Weil diese Expedition des Schiffes Meteor von der Bundesregierung finanziert wird. Я позволю себе также добавить несколько слов. Я посол Германии в Украине, сюда прибыл специально для того, чтобы побывать на этом корабле, поскольку эта экспедиция финансируется из средств федерального правительства Германии. Für uns ist das, was die Meteor tut, aus verschiedenen Gründen von großer Bedeutung. Zunächst einmal, weil die Forschungsergebnisse für uns alle sehr wichtig sind. Dr. Bormann hat bereits darauf hingewiesen, dass es im Wesentlichen nicht um eine Forschung geht, die das Thema Energieressourcen betrifft. Aber indirekt betrifft es sie natürlich doch. Und das ist ein Thema, das uns heute und auch in Zukunft alle sehr berühren wird. И я прибыл сюда, кроме того, еще потому, что Метеор выполняет очень важную функцию. Его экспедиция имеет большое значение для нас, особенно результаты этих исследований. Доктор Борман уже подчеркнул, что исследования не направлены в первую очередь на обнаружение или на исследование запасов как раз топлива. Хотя косвенно они в какой-то мере, эти исследования, связаны с разведкой, так сказать, запасов топлива. Я думаю, что рано или поздно эта проблема будет нас интересовать еще в большей мере. Ein zweiter Schwerpunkt, der ein ausgesprochener Schwerpunkt auch der Forschungsaufgabe der Meteor ist, betrifft das Thema des Schutzes der Umwelt. Auch das ist ein prioritäres Thema unserer Politik. Второе и основное направление этой экспедиции – это исследование возможностей защиты окружающей среды. И это также является одним из главных направлений нашей политики. Ich möchte allerdings auf einen weiteren Faktor hinweisen, von dem ich glaube, dass er gerade in unseren bilateralen Beziehungen von großer Wichtigkeit ist, das ist nämlich die wissenschaftliche Zusammenarbeit. Я хотел бы, кроме того, обратить ваше внимание еще на один фактор в наших двусторонних отношениях, а именно на взаимное сотрудничество в области науки. Diese Expedition setzt sich in ihrer sozusagen wissenschaftlichen Arbeit zusammen aus einer Gruppe von Menschen, die nicht nur aus Deutschland, sondern auch aus der Ukraine und aus Russland, wie Sie sehen, kommen. Состав этой экспедиции, которая занимается научной работой, состоит не только из людей, прибывших из Германии, но здесь участвуют также и украинские, и российские ученые. Ich halte das für ganz besonders wichtig, weil gerade in dieser Bereich, in dem die
Naturforsch von so großer Bedeutung ist, dass auf einer nationalen Ebene gar nicht betrieben und in Zukunft noch weniger betrieben werden kann. И это особенно важно, поскольку та сфера научных исследований, которой занимается экспедиция «Метеора», она на национальном уровне очень трудно претворить. Я думаю, что не очень скоро найдутся средства для того, чтобы это осуществить даже в ближайшем будущем. Und ich möchte wünschen und hoffen, dass es gelingt, gerade diese Art von wissenschaftlicher Zusammenarbeit auch auszuweiten. И я хотел бы выразить надежду на то, что в будущем нам удастся хотя бы сохранить в такой же мере это сотрудничество или его расширить. Спасибо. Лет занимается прекрасной работой и особенно в области экологических исследований. И здесь находится представитель этого института, который также попросили его выступить. Добрый день. Я представляю отдел планктона Института биологии Южных морей. Кроме меня от института на борту находится еще двое сотрудников. Мария Сабурова тоже из отдела планктона и Юрий Артемов из отдела радиационной и химической биологии. Наша работа связана с биологической частью этой программы. Для чего она важна и что мы делаем? Мы отбираем пробы для оценки состояния живых организмов, как в толще воды, в районах грязевых вулканов, возможных метановых газовыделений, то есть в районах работы, так и поверхностные слои донных отложений, тоже с точки зрения для оценки состояния живых организмов. Это важно по двум причинам. Первая причина в том, что метан это вещество средообразующее в том или ином виде. То есть он влияет и на климат. Потоки метана со дна моря, которые вы видели на схеме, они влияют на распределение, вертикальное распределение, даже горизонтальное живых организмов. И могут быть отдаленные последствия, скажем, поскольку это парниковый газ, то он в той или иной степени может влиять на изменение температуры воздуха, и, соответственно, могут изменяться и живые сообщества. Просто подчеркну, что по некоторым оценкам морские организмы исчезают, вымирают примерно в 5 раз быстрее, чем сухопутные. Поэтому оценка состояния сообществ в этих районах, она нужна прежде всего как вот такая реперная отметка. Кроме того, зимой исследования сообществ планктонных и бентосных сообществ в Черном море практически не проводились. Вот второй важный аспект, по которой мы изучаем состояние живых сообществ, состоит в том, что, как сказал господин посол, в перспективе может зайти речь о использовании, практическом использовании этих газовых гидратов. Поэтому экологические вопросы в этом случае встанут на первый план. И безусловно, что сейчас то, что мы оцениваем, это фоновое состояние среды, фоновое состояние живых организмов. Вот вкратце то, что мы делаем, остальное, я думаю, через вопрос. Geologen an Bord. Wir haben aber auch Geophysiker an Bord, die sehr tief in работают в различных направлениях науки. Здесь уже были представлены и несколько слов сказали биологи. У нас на борту есть химики, океанографы, океанологи, геологи и геофизики, которые занимаются в частности изучением седиментов, то есть осадков. И вот как раз я хочу попросить профессора Фолькера Шписа рассказать о геофизиках, которые, так сказать, внедряются глубоко
морское дно. Ja, wir haben es in der Tat mit einer ganz interessanten wissenschaftlichen Aufgabe zu tun, denn anders als vielleicht bei vielen anderen wissenschaftlichen Untersuchungen können wir das Problem, Gashydrate zu finden und zu verstehen, nur lösen, indem ganz viele Disziplinen zusammenarbeiten und versuchen miteinander die Daten, die gewonnen werden, zu kombinieren. Das ist eine Aufgabe, die noch nicht gelöst ist, sondern wo wir hier einen kleinen Schritt zu beitragen wollen. Und insofern halte ich es auch für besonders wichtig, dass wir hier viele qualifizierte Kollegen aus der Ukraine und aus Russland dabei haben, die uns sehr geholfen haben, diese Expedition durchzuführen und auch in der Zukunft in den nächsten Wochen noch helfen werden, die richtigen Stellen zur Untersuchung zu finden und dann auch die besten wissenschaftlichen Ergebnisse zu sammeln. То, чем мы занимаемся, действительно представляет очень важную, интересную научную задачу. Мы занимаемся как раз проблемой изучения газовых гидратов. И без участия ученых из других научных дисциплин, представителей других научных дисциплин, мы эту проблему решить не в состоянии. Очень нужно, важно и полезно, чтобы данные различных научных дисциплин как-то сопоставлялись и на основании комбинировались, на основании этих данных мы сможем сделать правильные выводы. И как раз наша задача состоит в том, чтобы были привлечены именно представители очень многих других научных дисциплин, и в этой экспедиции участвовали и помогали в ее подготовке наши коллеги, очень высококвалифицированные коллеги из Украины, из России, и с их помощью была подготовлена эта экспедиция, и также они будут в течение нескольких недель нам также помогать в изучении этих задач. И эта экспедиция принесет соответствующие. Sie müssen sich das so vorstellen, wie man ein Baby im ein ungeborenes Baby mit Ultraschall untersucht. So ähnlich gehen wir vor im Meeresboden, indem wir ganz viele verschiedene akustische und seismische Schallquellen verwenden, um die Zone, in denen die Gashydrate vorkommen, nämlich etwa die obersten 300 Meter des Meeresbodens, genau zu untersuchen und dann herauszufinden, wo sie sich eigentlich befinden und in welcher Konzentration sie dort vorliegen. Das ist eine Aufgabe, die wissenschaftlich derzeit noch nicht gelöst ist und da machen wir hier die ersten Schritte, dies zu tun. Представить, так как осуществляется, например, дородовая ультразвуковая диагностика нерожденного еще ребенка, точно так же мы занимаемся вот исследованием морского дна при помощи ультразвуковой техники, то есть мы углубляемся, внедряемся в морское дно на глубину около 200 метров, то есть поверхностный слой дна на глубину до 200 метров и исследуем, где, в каких местах и в каких количествах находится, где сам находятся самые большие концентрации газовых гидратов. Ja, werden, wenn ich das noch zusammenfassen darf, die erste Hälfte der Reise, die haben wir vor allen Dingen damit verbracht, uns einen Überblick zu verschaffen über die Region und werden jetzt auf den zweiten Teil uns konzentrieren auf ein Arbeitsgebiet und alle verfügbaren Methoden zur Beprobung und zur Vermessung an einem einzigen Ort einsetzen, um dort das System, wie die Fluide sich im Meeresboden bewegen und welcher Konzentration die Gashydrate vorliegen, dort im Detail zu prüfen. Первая половина нашей экспедиции занималась таким, ну, занималась исследованиями общими, то есть мы знакомились в общем с этим районом, с этим регионом, а вторая часть экспедиции будет посвящена конкретным промерам, пробам, измерениям на определенном конкретном месте, чтобы определить, где выделяются эти флюиды, в какой концентрации, конкретный результат уже с одного места. Встревожило в первую очередь в экологическом. Неизвестно когда, но может быть через такое время все-таки придется добывать эти, ну, ископаемые, так сказать, источники земли, источники энергии на море, особенно если возрастет население земли в значительной мере. Очевидно, тогда все-таки добычи и как решать эти вопросы, как подходить к этим газовым гидратам, если в будущем будет возможно. То есть прогнозирование на ближайшее время и перспективное. Also, und,
to answer that question better than I can. Okay. Я, конечно, не геофизик, я геолог морской, и, конечно, специалист доктор Шпиц, который может ответить на эти вопросы. Но я вам хочу сказать следующее, что косвенно, да, напрямую экспедиция не занимается этими вопросами. Но косвенно, поскольку делается глубокая сейсмика с донными станциями, с проникновением на несколько километров в глубину, то, конечно же, будут пересечены активные разломные зоны, кстати сказать, очень плохо изученные в восточной части Крыма, очень плохо изученные. И это нельзя положить в основу прогноза, но, по крайней мере, можно оконтурить районы, которые подвержены таким сейсмическим, такой сейсмической активности. Мы знаем, что в Крыму было несколько, в том числе катастрофических, сильных очень землетрясений в прошлом. И эпицентры, они находились как раз в море. Вторая вещь очень важная, которая связана, конечно, с экспедицией. Я глубоко уверен, что сильные катастрофические извержения грязевых вулканов, которые были описаны многократно академиком Шнюковым, издавшим великолепную книгу по этому поводу, для них нужен спусковой крючок, триггеринг механизм, как это говорят по-английски, нужен спусковой механизм. И вот этим спусковым механизмом наверняка являются землетрясения. Что это означает? Это означает, что при таком детальном изучении, которое сейчас проводится в этой экспедиции, можно посчитать потоки, которые исходили из грязевых вулканов, которые, собственно, определяют время активности грязевого вулкана, и посмотреть, с какой периодичностью это происходило. И я почти уверен, что это будет совпадать с крупными подвижками, с крупными землетрясениями, сильными землетрясениями в этом районе. Вот таким образом, я думаю, что прямой задачи нет, но косвенно это связано. Спасибо. Михаил Стецюк, Украинское информационное агентство. По результатам этой экспедиции будут ли обрабатываться вот каждый отдельно ученые стран и издавать, так сказать, или совместно будут издаваться вот какой-то труд, как-то общаться? Вот. Намечается ли в перспективе такой обмен информацией, сотрудничество, если какая-то перспектива? Herr Stecuk von der ukrainischen Informationsagentur. Er fragt, um zu machen, irgendwo, wahrscheinlich in Sevastopol. Und alle Wissenschaftler dieser Expedition, die bis dorthin ihre Ergebnisse ausgewertet haben, werden auf diesen Treffen ihre Ergebnisse präsentieren. Und wir werden die Publikation gemeinsam überlegen. Das braucht man auch, um so ein komplexes Thema. Вещь. Я хотел бы назвать первый пункт. Это оценка. Очевидно, она будет совместной. То есть каждый из ученых, работающих здесь, будет придет к своим результатам после осуществления этой экспедиции. И когда-то, возможно, в следующем году мы где-то встретимся все вместе. Возможно, это будет в Севастополе. И на этой встрече каждый из ученых, который работал здесь, представит свои результаты, покажет свои результаты, и потом мы обсудим возможности совместной публикации. То ли будет это совместная книга, или будет отдельный номер какого-то научного журнала, это мы еще посмотрим. Это был первый вопрос. Второй вопрос, второй пункт. Мы надеемся и очень желали бы, чтобы эта экспедиция была только началом наших совместных исследований в будущем, на многие годы вперед. То есть, чтобы мы провели не только эту одну экспедицию, а чтобы мы регулярно через каждые 2-3 года встречались и проводили совместные экспедиции. Может быть, в следующий раз это будет российское судно, может быть, украинское или французское, чтобы мы на одном из кораблей, значит, вышли опять в Черное море и проводили здесь регулярные эксперименты относительно исследования газовых гидратов. Это было бы важно, это самая важная задача, которую мы перед собой ставим. Деловых людей вашей страны, есть ли здесь какие-то перспективы? А
Also die Frage an den Botschafter. Gestern hatten Sie ein Gespräch mit dem Bürgermeister von Sevastopol. Wie schätzen Sie das Potenzial der Stadt Sevastopol und die Perspektiven für die weitere Zusammenarbeit? Nein. Wir hatten gestern ein Gespräch und werden das Gespräch morgen fortsetzen. Sevastopol ist ja lange Zeit eine geschlossene Stadt gewesen, sodass dieses Potenzial für uns gar nicht richtig erfassbar gewesen ist. Das hat sich ja nun glücklicherweise vor einer Reihe von Jahren geändert. Да, у нас была беседа с мэром города вчера и будет завтра. И, как вам известно, длительное время город Севастополь был закрытым городом, поэтому мы фактически даже не в состоянии были оценить действительный потенциал этого города. Слава Богу, условия изменились к лучшему, и мы рады. Ich denke, die Stadt und auch die Region hat ein großes Potenzial. Es liegt natürlicherweise zunächst im Tourismus. Aber ich glaube, auch andere Bereiche wären zu erschließen. Da kommt auch das wissenschaftliche Potenzial der Region ins Spiel. Und wir sollten uns darüber regelmäßig austauschen. Я считаю, что и город, и весь регион имеют большой потенциал. Прежде всего, конечно, нужно обращать внимание на развитие туризма, но также и другие сферы деятельности города и региона необходимо развивать. В частности, необходимо развивать имеющийся научный потенциал. Думаю, что в будущем нам необходимо регулярно обмениваться информацией и знаниями в этой сфере. Ich sehe meine Aufgabe speziell darin, deutsche Unternehmen und die Vertreter deutscher Unternehmen, von denen es ja sehr viele in Kiew und in der Ukraine bereits gibt, hierher auch auf die Krim zu bringen und ihr Augenmerk auf dieses Potenzial hier zu lenken. Я вижу свою задачу в следующем. Обращать внимание немецких предпринимателей или представителей немецких фирм, которых очень много сейчас в Киеве и в Украине, обращать их внимание на Крым и на потенциал этого региона. Es wird sehr wichtig sein, dass die ukrainische Seite oder in diesem konkreten Fall Sevastopol bzw. die Krim ihrerseits alles tut, um möglichen deutschen Investoren auch diesen Schritt auf der Krim zu investieren leicht zu machen. Очень важно, чтобы украинская сторона и также и сам город Севастополь и Крым в частности облегчал возможные шаги тем немецким инвесторам, которые собираются сюда приходить. Sie wissen, dass große Hürden immer noch sind. Entweder eine mangelnde Gesetzgebung oder aber die mangelnde Durchsetzung einer bestehenden Gesetzgebung. Und was die Dinge bisweilen sehr viel schlimmer macht, der Dickicht von administrativen Hürden. Und wir haben hier in den 10 Jahren der Unabhängigkeit der Ukraine eine Reihe von Erfahrungen gemacht, die uns haben auch realistischer werden lassen. Aber die Erfahrung zeigt auch, dass man diese Hürden überwinden kann. Die Erfahrung zeigt vor allen Dingen, dass sich diese Hürden überwinden lassen, wenn die Ziele und die Projekte nicht zu überdimensioniert sind, sodass der Schaden begrenzbar bleibt, aber auf der anderen Seite auch die Möglichkeiten für eine Kooperation den ukrainischen Partnern nicht überfordern. Существуют пока еще очень многие препоны, в частности, либо в виде отсутствия необходимого законодательства, или существующие законы выполняются не в надлежащей мере. Во всяком случае, есть еще очень много различных административных преград, с которыми мы в течение последних 10 лет очень хорошо познакомились, и которые все-таки уже были преодолены частично. Стало немножко легче в этом отношении, но все-таки их еще очень много. И мне думается, что преодолевать их в будущем можно будет намного легче, прежде всего, если мы будем ставить посильные
не чрезмерно большие цели и развивать какие-то огромные проекты, а ставить посильные задачи и не злоупотреблять, так сказать, возможностями украинской стороны преодолевать эти преграды. Елена Прошина, телецентр Черноморского флота Российской. Finanziert oder nur gerade diese Forschung, eine Forschungsreise за счет бюджета Федеративной Республики Германия. Но нужно сказать, что существует не только один такой, не только одно исследовательное судно, еще два крупных таких же подобных судна, да, есть, и 7-8 меньших кораблей. Но все вот эти три крупные суда, они осуществляют экспедиции по всему миру. И финансируются эти экспедиции за счет денег, предоставляемых немецким правительством. А немецкое правительство планирует ли продолжить материальную поддержку именно вот проектов совместных с Институтом Южных морей? Ob die deutsche Regierung plant weiterhin finanzielle Hilfe für Projekte zur Landwirtschaftspolitik, die wiederum ein Teil unserer Wirtschafts- und Außenpolitik insgesamt ist. И проект этот, осуществляемый сейчас этой экспедицией, относится к части нашей научной или политики в области науки. Наша политика в области науки является в то же время частью нашей экономической или внешней политики. Es ist wichtig, das festzustellen, weil eine solche Politik, auch eine solche wissenschaftsunterstützende Politik, nur dann sinnvoll ist, wenn sie langfristig angelegt ist. Deswegen unterstützen wir zwar konkrete Projekte, aber immer im Rahmen einer politischen Perspektive und einer langfristig angelegten Politik. Очень важно особенно подчеркнуть сейчас, что любая политика, в частности политика в области науки, имеет смысл лишь только тогда, когда она проводится в течение длительного периода и рассчитана на перспективу. И мы как раз направляем свои усилия на то, чтобы вот именно такую политику поддержки осуществлять на перспективу на длительное время. Uns liegt daran, dass wir in eine solche Politik mit einbeziehen. Deswegen habe ich gesagt, dass Wissenschaftspolitik auch immer ein Teil der Außenpolitik ist. Uns liegt daran, das Potenzial unserer ausländischen Partner auf die Art und Weise zu nutzen. Das ist, wenn Sie so wollen, ein egoistisches Ziel. Es hat allerdings einen sehr stark auch altruistischen Charakter, weil wir wissen, dass auf diese Art und Weise dieses Potenzial auch seine Wirkung entfalten kann, die es im eigenen Land unter Umständen nicht in dem Maße entfalten kann, weil entweder die Mittel fehlen oder aber, was viel schlimmer wäre, auch eine entsprechende politische Perspektive oder politische Konzeption fehlt. И очень важно, чтобы мы проводили такую политику, куда мы привлекаем также и наших партнеров. Я сказал, что политика в области науки является частью внешней политики. Мы хотим использовать потенциал наших партнеров. И причем использовать так, чтобы это служило и нам, то есть в частности в эгоистических целях. Это будет служить и нам, но в то же время мы используем это и в альтруистических целях, поскольку даем возможность развиваться этому потенциалу. Он может себя как раз проявить вот в таких исследованиях. И сам иногда, может быть, этот потенциал не проявится, поскольку или не существует соответствующего финансирования, или нет просто политической концепции развития этих научных возможностей. Und lassen Sie mich zum Schluss noch einen Gedanken hinzufügen. Das Eigeninteresse und das Interesse der anderen Seite fügt sich heute auch zusammen in einem globalen Interesse. Es hat gar keinen Zweck mehr, sowohl wirtschaftlich als auch wissenschaftlich, von der Außenpolitik will ich gar nicht reden, weil sich das fast von selbst versteht, unter nationalen Aspekten zu sehen. Die Verantwortung, auch die Zusammenhänge, sind so kompliziert geworden, dass wir eigentlich unsere Zukunft nur gemeinsam gestalten können. Und das gilt auch für solche Dinge, die auf den ersten Blick vielleicht sehr spezifisch und auch exotisch klingen mögen für einen Laien, die aber dennoch Rückwirkungen haben auf uns alle. Ob wir in Alaska leben, ob wir in Berlin leben oder ob wir hier in Sevastopol leben, Fragen der Umwelt und Fragen der Energieversorgung sind ganz einfach Fragen, die an den Grenzen nicht halt machen.
И позвольте выразить еще одну мысль. Я думаю, что мы поступаем не только в личных интересах, мы учитываем и интересы других, и нельзя только останавливаться на собственных интересах или интересах другого партнера. Это все уже перерастает в глобальные интересы, потому что не имеет смысла проводить собственную внешнюю политику или экономическую политику, не учитывая только в национальном аспекте, не учитывая глобальных международных аспектов, поскольку и ответственность стран всех, и взаимосвязанность всех стран настолько стала всеобъемлющей, что можно проводить какую-то политику только сообща. И эта экспедиция как раз, может быть, для профана это звучит как-то невероятно, но именно эта экспедиция также показывает, что даже научные исследования или состояние научных исследований, какие-то научные факты касаются нас всех. Живем ли мы в Аляске, в Германии или, например, в Севастополе. То есть существуют определенные проблемы, которые не останавливаются на границе, они переходят эти границы, касаются нас всех. В частности, например, проблемы с обеспечением именно энергоносителя. И экологии. И экологии. Ja, herzlichen Dank. Ja, wir müssen mal organisieren. Ich muss mal ganz schnell machen. Мальная скорость корабля 12 узлов. Es gibt aber bestimmte Geschwindigkeiten. Это не то. Mannschaft besteht aus. Кто сказал клиент? Иваныч, отходи. Иду.
Это газогидрат, это метангидрат. По спичке. Да, да, сюда, перейдем. Das ist jetzt also eingefroren, es kann nicht passieren. Und замерзший, что случится с ним не может. Дankeschön. Я в связи с этой болезнью 4 дня. Здесь на удочке там